резервный судья-инспектор матча Карифи Жаферов. И, наконец, делегат РФПЛ Виктор Пышка. Начинаем футбол. ЦСКА с центра поля и сразу забирает мяч. Мяч под левую смещается в центр. Длиннющий перевод. Отличный момент у ЦСКА. Но низом аккуратно Еременко опять показал, что может сыграть пяткой. А вот это уже здорово. Удар и фантастическая реакция Белин. Белинов сыграл просто шикарно. И все, и мяч вроде бы уходил. Ну, сколько от земли, да, среагировал. Потрясающий момент. Вот она, реакция вратаря. Смотрите, тут с 5 метров он бьет поворотом, и он очень... Мы тоже. И яркие поцы отправляют мяч в штрафную. Опять момент оставили Мусу. Я думаю, Мусу дошел мяч. Мне кажется, Муса просто не ожидал, что у него попадет мяч. Ну, вот да. Мы говорили о том, что... Загоев. На ближнюю. Ух, штанга. И 1-0. Да. Сейчас становится. ЦСКА забивает. Комбинация такая же была делом. Давайте разбирать этот гол. Передача от штанги. И, пожалуйста, Ахмед Муса забивает. Евгений? Да, Муса сделал коррективу. Здесь он уже был готов, ожидал мяч к нему прям. Но очень на коротке, в одно касание, очень сложно разыграть. Хотя очень... А вот так просто. Да. Вот так просто. Так, и Муса все сделает для того, чтобы второй мяч залетел. Благодаря тому, что против него Головин свалил, сумел немножко Кубани помочь. Ну вот опять за спиной один Загоев, да? Потеряли его, и вот чуть-чуть не может. А вот здесь момент у ЦСКА. Муса, Муса, удар рядом со штангой. Может быть, что-то наладится в атаке, но с уходом Каретника вот здесь вот постоянно возникают эти проблемы. И опять довели мяч до Мусы. Да, защитники дают время для... Разбег, подача, на дальнее, удар... Добивание, рикошет, надо выносить. Да, играл именно Василий Березуцкий, то есть поменяли комбинацию. То в первом тайме на ближней штангу Василий бежал, играл мяч, теперь уже с дальней штанги. То есть, понятное дело, это все наигранная комбинация. Ну, здесь Белинов молодец. Да. На первом... Длинный пас, классный пас, и вот это уже как то, же, что да. Лавники... Точка. Такие, такой Ремас, хороший пас да. прошел Алана Так, давайте Загоева. К моменту. Шикарный. Евгений, вам слово. Шикарная передача прошла у Алана Загоева. И Марио Фернандес здорово остановил. Но мне кажется, его смутил как раз Муса. Там мяч в Мусе, но Муса как-то очень странно им распорядился. Тошич. Удар с дальней дистанции. Мяч свою следующую встречу 2 апреля. Не пропустите. Так. А теперь пропускает Загоева. 2-0. 2-0. Вот, собственно, очень буднично. Да. Этот второй мяч. Бежит здорово. Давайте еще раз смотреть и разбирать Евгения Молдонина в этот эпизод. Алан здесь здорово сыграл, конечно. Здесь потрясающе прошел через троих игроков. Ну а что делает эта троица? Почему человек один проходит сквозь них? Надеюсь.